Приветствую вас на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить запеченные куриные бедра и голени. Для этого нам понадобится 1,5 кг куриных бедер, 800 грамм куриных голеней. Для маринада нам понадобится 15 грамм приправы хмели-сунели, 1 чайная ложка соли, полстакана майонеза. Прежде чем мариновать куриные голени и куриные бедра, куриные бедра разрезаем на две части. Выкладываем их в большую емкость. Добавляем приправу хмели-сунели. Соль. Майонез. Все хорошо перемешиваем. Должен каждый кусочек покрыться маринадом. Мясо оставляем мариноваться в маринаде на полчаса. На противень ставим решетку для гриля. И на нее выкладываем куриные голени и бедра. Выпекаем в разогретой духовке на 200-250 градусов 40 минут. Если при протыкании кусочка мяса ножом не выделяется кровянистый сок, значит мясо готово. Приятного аппетита!